Пятки, дорогие, какой номер? Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Третий номер Дарья Елёва. В данный момент находимся на парад. Нас третий номер Дарья Елёва. Парад французских бульдогов. В парке Воронцовском парке. Только что закончилась прямая трансляция, и мы вышли, выпили из воды. И мы вышли с вами на полянку. Пока я не буду убирать прямую трансляцию, смотрите, пожалуйста. Смотрите. Господи, какая красота. Сколько их? Синяя и Джек. Давайте, мы готовы вас встречать, мальчишки. Готовится Ольга и Дарья, есть Ольга и Дарья? Отлично, готовьтесь. Оплати, Дарья, пожалуйста. Это рыженькая. Ты мой сводник. Вот они, какой длинный, не жарко-то. Давай. Вот как мы гуляем, вот так, без поводка, так гулять нельзя, если вы не профессионал. Они подвержены состоянию аффекта, при громком хлопке, салюте, взрыве, еще чем-то, собака моментально впадает. Да. Такой аффект, бежит, не пойми куда, когда начнулось, адреналин прошел, она непонятно где, и она не знает, как пройти домой. Да. Поэтому мы говорим, не рискуйте жить, во-первых, сделайте адресник, чтобы был всегда адресник, чип, для того, чтобы мы знали, как найти собаку быстро по чипу. И всегда на поводке. Мало на ничего. Поводке. Не надо. Бульдоги не всегда были на поводке. Так, идем дальше. Да. У нас мистер Смол, все прошли. Все прошли. У нас у вас осталось. Все? Красавцы такие. Вот и волонтеры. Все у нас готово. Водички сколько выпили. Все у нас готово. Это мои классные какие. Смотрите, какие. И мои золотые. Вот они в тенечке сели, здесь под деревом. А там вообще палаточку поставили. Ой. Волонтеры-медики. Мои ж вы золотые. Мои ж вы сладенькие. А у меня жарко. А собакам тем более. Но здесь очень хорошо. Здесь, я же говорю, тенечек, даже вот сеточкой сделали, чтобы, да, никогда не бросать собак. Позвоните, все, вот слышите, да, вы сами слышите, о чем говорят, что всегда поможем, всегда. У кого-то нет денег, бывают какие-то ситуации, что нет даже на корм, и то они помогают. Вы представляете, помогают вот на корм, вот, на передержку, там еще куда-то нужно сдавать, разные сайты, там, вот надо звонить, да, там. Центр помощи французским бульдогам. Помогаем, несмотря ни на что. Чудесный фестиваль, чудесный парад. Моменты, еще что-то. Они всегда отзываются. И благодарим группу компании «Мишель» сегодня, да. Группа компании «Мишель», да, все подарки получили. Да. Получили специальный подарок от группы компании «Мишель», крупнейшего дистрибьютора и производителя в России, категории корма для домашних животных. Раздают корма. Все, посмотрите, какая прелесть. Вот, и собачки, бульдоги, вот. Во всем можно поучаствовать, во всем посмотреть. Вот их сколько здесь, красавцы. Благодарим все эти дивизионные клиники, добрый доктор. Сегодня ребята с нами добрый здесь, доктор, через да. Программы. Это наши добрые для собак. Прогулки жарко без поводка на выгульных плавках. Такое количество бульдогов я не видела никогда, да, наверное, никто не видел. Ой. Любимых питомцев вдохновляет команду Тики Тачку. Наливает куда-то пошло. Есть разные аксессуары для собаки. Мы все альтруисты. Вот здесь все альтруисты. Слышали, да? Посмотрите сейчас, вот здесь помогают бульдогам. Мы все вместе собрались, мы все вместе организовались, поэтому... Красавица так одета. Они просто ведут скромный образ жизни, они говорят об этом, что они наши события, мы всегда
отзывается всегда. Ходят в таких нарядах, наверное, в платьях. Защиты французских бульдогов. Мы всегда рады помочь в организации любого проекта, любого бусина. Это не просто вещи, а элемент. Работает это каждый. Что у меня тут продают? Так, на бижутерию. Футболочки. Прохвост видный, натуральный крафтовый лак. Господи, а это не что? Не только прохвост видный. Это полки, с нами. Где вы есть, ребята, где вы? У них такой замечательный да, логотип, смотрите, какой интересный, в виде бесконечности. Они говорят, что именно любовь сподвигла создание такого логотипа, где есть знак бесконечности и в виде мордочки такого животного. Сами очень делают, хорошие. Что ли? У них логотип, у них приятно смотреть. Ребята, мы сами сегодня здесь. Это какие-то такие красивые палантины продаются. Вообще, это вообще, это же надо такую работу. Такое люди умеют делать. Чего только не продают, а? Очень рада, что сегодня сюда пришла. Сейчас как-то в таких местах, когда я бываю, я забываю обо всем. А это что? Это, видимо, какие-то... А здесь что делают? Соки, вино, колбаса, базилик выращивается, колбаска. Тут нас подкармливают 400 трюфель. Это сыр, да? Да, вообще. Попробовала сыр. Ой, какой же он вкусный. Управляемый шар. Франца Лепика. А здесь что они там? Что тут дегустируют? Что здесь продают? Устрица одна штука. Сыр, опять же сыр. Господи, какой же он вкусный. Маленькие кусочки, сколько же они стоят. Я его сейчас прям съем. Так, мне сыр понравился. А здесь какие мяса и сыр. Какие вкусные сыры здесь продают. Прям... А Воронцовский парк. Так, здесь что? Объект культурного наследия, ландшафтно-регентурный ансамбль 18-19 века, усадьба Воронцова. Так, это кафе, туалет, комнаты матери и ребенка, охранка парка, сцена, воркаут, прокат летнего инвентаря, лектории. Да, правила поведения в парке, да. Божьей милостью инженер. Да. Будни выходные. Это о ком здесь у нас? Вход льготный 300, вход платный 300, льготный 150. Подходим к памятнику. Вечная слава защитникам земли российской. Этот парад закончился, сейчас парад бульдогов, а сейчас награждение проходит. Вот ребята тоже уселись, а с ними, по-моему, тоже собачка, нет? Опять белочка, а здесь рыженькая. Вот видите? Так, а дальше находится восточный флигель Людского конного двора. Вот этот флигель.